Thank you.
ночи тонет. Спящий квартал. И никого нет. Кто помешал? Во мраке тонет спящий квартал. И никого нет, кто помешал. Во мраке тонет спящий квартал. И никого нет, кто помешал. Я здесь, сеньор. А где же музыканты? Вот и весь оркестр. Пусть разместятся они, только потише. Я на пианиссимо. Без болтовни, без болтовни. Без болтовни, без болтовни. Тише, тише. Без болтовни. Придет ли мгновенье?
восторга и встречи. Увижу тебя я, тебя. Что угодно. Все не видно. Нет, сеньор. Ах, старания напрасны. Граф, уж близок дня рассвет. Что же думать, должен я? Все напрасно. Эй, друзья! Здесь, сеньор! Вот вам всем награда. Больше музыки не надо. Наступает утро час, отпускаю вас. Доброй ночи, всем вам прощание, всяких благ желаю вам. И спасибо за старание, расходитесь все по домам. Баста, баста, не шумите, не болтайте, не кричите. Не кричите, перестаньте, подуралей, негодяй. Кто за крик, кто за крик, там садом. Убирайте с ваш колени, разбудили царь. Убирайте с ваш колени, разбудили царь. Да поможем всем нам. Вот болтуны-то. Своей болтовнёй неугомонный город весь разбудить, они готовы. Ушли, ну, слава богу. Кто это так не кстати? Дадим ему пройти. Под этой аркой скрыться надо, мне все тут видно будет. Но день уж близок, часы любви проходят. Thank you.
Днем и ночью, вечер занятий, все меня ждут и зовут в перебой. Что же быть может лучше, приятнее и благороднее жизни такой? Ля-л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 я
даме красотке. Нужен я старцу, всем угожу я, нужен я франту, ла-ла-ла-ла-ла, даме красотке, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла. Ах, честь и судьбою я, честное слово, жизнь превосходна, дельца такого, вроде меня, вроде меня. Сто голосов зовут, стоит девица мне, дамы девицы, братцы и старцы, эти парик мой, дай мне побриться, граф, отвори мне. Эти вибрации, сто голосов за устой, девицами, сто голосов за устой, девицами. Эти парики, мать, это близко, все это близко. И Фигаро, 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 мой батюшка, за крики, а за смятенье, не поднимися, просто медаль, исполню только терпенье. И не все разом, и не все разом, и не все разом вы, господа. Фигаро, я здесь, эй, Фигаро, я там, Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро вверх, Фигаро вниз, Фигаро вверх, Фигаро вниз. Дело все, мне что зависимый, все довольны, вот я каком, вот я каком, вот я каком, вот я каком, вот я каком. Абра, Фигаро, бра, висим, абра, Фигаро, бра, висим, много носить, я много к тебе, много носить, я много к тебе. Ля-л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 я
Да, не жизнь, а чудо труда, немного веселья вдоволь, в кармане всегда есть 5-6 дублонов. Лады таков, что без меня не выйдет замуж ни одна девица во всей Севиле. А вдовушки ко мне же бегут за женихами. Я целый день хожу везде гребенкой, а ночь гитаре посвящаю. Достоинство нисколько не терпит тут, а наслаждения много. О, не жизнь, не жизнь, а вечный праздник. Однако в лавку мне пора бы. Я, кажется, не ошибаюсь. Кто бы это был таков? Это он, конечно. Эй, Фигаро! Услугам вашим? О, вот встреча, ваша светлость. Молчи об этом, ни слова. Я никому здесь не известен и не хочу известным быть. На это есть у меня причины. Я понял, все понял, удаляюсь прочь. Нет. Я лишний. Останься здесь со мной. Ты можешь быть полезен мне в моих планах. Эй, Фигаро. Да-да, к вашим услугам. На Прадо я встретил чудную красотку. И как узнала дочь медика, она фамилия Барбожио. Здесь он, старый шут, с ней поселился. Я влюблен в нее страстно. Кину в родину друзей я вслед приехал, а здесь днем и ночью вечно брожу я в круг этого балкона. Этого балкона, черт возьми, вы счастливы, ведь сыр к вам сам валится в макароны. Как так? В этом доме я парикмахер и хирург, цирюльник-ботаник, подчас ветеринар и домоуправитель. Но вот случайно. И знать, что девица вовсе не дочка доктора, а у него на воспитание. Как рад слышать это. Вот, тише. Что так? Дверь открываю. Еще не пришел он. Жалко. Ну что, Розина? Тепла ли погода?
А это что такое? Ах, сеньор, вздор пустое. Слова и заря одной, напрасная предосторожность. Ах, вот несчастье, мой листок упал. Поскорей поднимите. Мигом, мигом. Тише, тише. Я понял. Поскорей. Не тревожьтесь. Но где ж листок? Ах, ветер его уносит. Поглядите. Не вижу что-то. Ах, сеньорина, тут неладно. Проклятие, она меня дурачит. В дом войдите скорее. Слышите ли вы, что говорю я? Сейчас же скройтесь. Скроюсь, скроюсь. Что злитесь? Дверь балкона я велю заделать. Ну, что ж не идете? Ах, вот жизнь-то просто мука. О, милая малютка, положением бедняжки тронут я бесконечно. Поскорее прочтите, что вам пишут. Прочтем мы вместе. Ваше постоянное ко мне внимание возбуждает мое любопытство. Мой опекун скоро должен уйти со двора, и как только уйдет он, найдите средства и способ сообщить мне ваше имя, ваши намерения и ваше положение. Читайте, читайте. Я не имею возможности являться на балкон иначе, как в сопровождении моего тирана. Будьте уверены, что я на все готова, лишь бы разорвать эти цепи. Несчастная Ро Зи На. О да, мы разорвем. Эй, Фигаро. Да-да-да. Но объясни мне, хочу узнать я, кто опекун Розиры. Старик, как дьявол злющий, сварливый, скуп ужасно и ворчлив. Так. 100 лет на плечах он носит, а все ухаживать готов. Его я понял, чтобы наследство Розины прибрать к своим рукам. Придумал старый с нею в брак вступить. Он злодействует! Цена тише. Что там? Дверь открываю. Амброджио, домой я мигом возвращусь. Дверь без меня не отпирайте. А Дон Базилио, когда придет сюда, он пусть дождется. Скорее свадьбу с ней мне нужно справить. Да, сегодня ж, сегодня все устрою. Так нынче ж брак вступить с Розиной хочет, шут старый полоумный. Но мне ты не сказал, кто это Дон Базилио. Великий сплетник он и сват известный низкопоклонник. О денег и даже запах бедняги не знаком. Он музыки учитель известной вам девицы. Теперь я знаю, знаю все, что нужно. Подумать надо вам теперь насчет Розины, ее исполнить просьбу. Под видом канцонетты удобно будет рассказать ей, как любите ее. Спеть канцонетту. Ясно, вот вам гитара, начинайте. Но я... Скорее решайтесь. Ну что ж, начну я. Знать хотите, перед вами его я открою. Ах, здесь Линдор, друг, я вам не известный, да вам неизвестный, но сердце мое полно только вами. Бьется
миг я увижу, я... Небо. Очень ясно видел я во время пения, к ней подошли, и вот девица скрылась. О, проклятие! Ее я люблю безумно, во что б ни стало, хочу ее видеть, говорить с ней, и ты поможешь мне в этом. Вот жар-то, да-да, могу помочь. Прекрасно! За труд твой будешь ты золотом осыпан. Уже? Верь слову. Денег много вы мне дадите. Да, визавили, ну скорей, скорей. Готов я. Ах, если б знали вы, сколько новых сил чудесных при слове плата за службу. У Линдора родит вам и мне о золоте идея. Мысль одна добыть металла, властелина жизни всей. Мозг всегда бы заставляла извергать вулкан идей. Да, мысль одна добыть металла, мозг всегда бы заставляла извергать вулкан. Посмотрим вдохновение. Сколько тебе дан? Что за чудо? Измышление? Нам изведет твой вулкан, да? Что за чудо? Измышление? Нам изведет твой вулкан, да? Что за чудо? Измышление? Нам изведет твой вулкан, что нам изведет? Сиер было бы отменно, наряди
солдатом? Нарядиться. Непременно. Мне солдатом. Ну что ж потом? Что ж потом? Что ж потом? Полк ступает до заката, полк ступает до заката. Да, и полковник со мной, и полковник вдруг со мной. Очень рад. Чему же? Идея. Взяв билет мы для постоя, эти двери отопрем. Что, сеньор мой, вдохновение мне дано, или не дано? Ох, мысль прекрасна, нет сомнения, нет сомнения. Мысль прекрасна, нет сомнения, нет сомнения. Мысль прекрасна, нет сомнения, нет сомнения. Браво, 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 средство найдено. Да, да, мысль прекрасна, нет сомнения, нет сомнения. Браво, 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 средство найдено. Нет сомнения, браво, средство найдено. Нет сомнения, браво, средство найдено. Стойте, стойте. Снова планы. Вот что значит златоги. Притвориться, да, будто пьяный вы солдат. Будто пьяный я? Да, сеньор мой. Будто пьяный я. Ну что ж потом, что ж потом, что ж потом? Тот, кто пьян, вернее тот, подозрение отведет. Опекун, поверьте мне, фальшь искать не станет в нем. Опекун, поверьте, поверьте мне в том, фальшь искать не станет в нем. Что, сеньор мой, что, сеньор мой, вдохновенье? Нет дано, не дано, нет сомнения. Мысль прекрасна, нет сомнения, нет сомнения. Браво, 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 средство найдено. Да, да, мысль прекрасна, нет сомнения, нет сомнения. Браво, 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 средство, средство найдено. Нет сомнения, браво, средство найдено. Нет сомнения, браво, средство найдено. Стоит, садим на поезд и смело. Эй, Фигаро! Но еще спросить хотел я, как скажи вернее, твою лапку, продобрея, если нужно отыскать. Вот смотрите, там левее, лапку-то вам не узнать. Номер 15, его примета, все стены лавки белого цвета, пять париков висит для привлечения, и о помаде лист объявления, синяя вывеска тычет на входе, красный фонарик при самом входе, тут ошибиться трудно, сеньор, пять париков висит для привлечения, и о помаде лист объявления, синяя вывеска нынче моде висит фонарик при самом входе. Тут ошибиться, тут ошибиться, тут ошибиться трудно, сеньор. Красный фонарик при самом входе, тут ошибиться трудно, сеньор. Знаю теперь я. Ну так за дело. Будь осторожней. Верьте мне смело. Верно служи мне. Скажете славно. Милый мой Фигаро, все будет исправно. В лавку приду я с полным карманом. Да если сладим дело с тобой. О, не тревожьтесь, прошу вас, а то дела отлично мы заведем. Как моя
мое сердце бьется тревожно. Солнце слышу, солнце возможно. Но мне добыть его силою должно. Сладкой дади стражиного вам. Чувствую денег, запах приятный. Вот оно близко, воду в руках. Бьется скоро. Золото слышу за благодать. Вот оно пойдется скоро ко мне в карман. Вот оно пойдется скоро ко мне в карман. Счастье так близко. Золото слышу я, запах приятный. Но добыть его скоро польется ко мне в карман. Золото слышу за благодать, золото слышу за благодать. Воду в руках, воду в руках, и пойдется скоро ко мне в карман. Золото слышу за благодать, золото слышу за благодать. Воду в руках, воду в руках, пойдется скоро ко мне в карман. Очень, очень послушно.
Анна, и уступаю я, и уступаю я опекуну всегда во всем. Но задевать тебя я не позволю, и будет все, как я хочу. Сто разных хитростей и непременно поставлю все на своем. Ни перед чем я не оробею, и будет все это, как я хочу. Сто разных хитростей и непременно поставлю я на своем, на своем. Я так безропотно, так простодушно, и уступаю я всем и во всем. Я никому не доверяю, мой опекун следит за мной, но подождем, а пока нужно запечатать. Я видела в окно, что разговаривал он с Фигаро о чем-то больше часу. Прелестным человеком я Фигаро считаю, любви, быть может, нашей он и поможет. Добрый день, сеньорита. Добрый день, сеньор Фигаро. Скажите, как дела? Скучаю страшно. Ах, черт возьми, возможно ли девица прелесть чудо? Умна, прекрасна. Да, так вот. Ах, распроклятый Фигаро, мошенник, душегубец, разбойник лютый. Вот опять брать поднялась. Ну, можно ли быть подлее? Больниц пооткрывал он из всех домов семейных. Дает всем опий и олеум рицини. Синьорина, цирюльника вы не видали? Вам что? Как что? Я знать желаю. И он у вас на подозрении? Да, конечно. Так знаете же, сеньор, да, с ним была, я говорила, и долго. Нравится весьма его мне речи и оживленное лицо. Нахлопни от злости, мерзкий старикашка. Мила и грациозна, я влюблен, она ж смеется надо мною. Ох, уж верно, ей цирюльник наговорил про меня. Ну, постой, цирюльник адской, поплачешься ты мне. Дон Базилио, вы явились кстати. Ох, хочу я, волей или неволей, но завтра же жениться на Розине. Что скажете вы мне? Скажу, прекрасно будет все. Явился к вам я с предостережением, но только тайным. Вот в чем дело. Граф Альмавива здесь. Как?
таинственный поклонник моей Розины? Да, да, тот самый. Черт возьми, придумать нужно средство. Правда, но все под сурдиной. Как это так? Вот что сказать хотел я, что было бы полезно тихонько распустить молву меж публикой, зловредную для графа, и погубить во мнении, как человека, отпетого в конец. Я вам устрою все дня этак, ну, через полгода, клянется в том вам честью, Дон Базилио, что будет выгнан граф совсем отсюда. А убеждены вы? Конечно. Моя система безупречна. Да, вы хотите, но ведь клеветою... Позвольте! Знаете ли вы, что такое клевета? Нет, не точно. Нет? Так слушайте и со вниманием. Тихо, тайно, полегоньку проползает всюду, всюду, незаметно потихоньку, незаметно потихоньку, постепенно всему люду. Ум и сердце, ум и сердце наполняет, из уст уста летает, из уст уста летает, из уст уста летает, как затверженный урок. Все сильнее с каждым часом возникает толкование, вот гремит всеобщим басом, стало общим клеветанье. Вот как буря разразила, загремела, подкатила, загремела, подкатила, неудержимой волной. Тут сильней все нарастает, тут сильней все нарастает, ужасен трепещут люди. И как бомба разрывает, и как бомба разрывает, клевета все потрясает, клевета все потрясает, клевета все потрясает и колеблет землей, и как бомба разрывает, клевета все потрясает, клевета все потрясает и колеблет землей. Тот же, кто был цель гонения, претерпел все унижения, погибает он.
купче мне не пораженный клеветой. Тот же, кто был цель гонения, претерпев все унижения, побывает в общем мнении пораженный клеветой. Погибает в чем мнение пораженный клеветой, погибает в чем мнение пораженный клеветой, да клеветой, да клеветой, да клеветой. Да, хорошо, но ждать уж очень долго, а мне хочется скорее жениться. Нет, вот как надо устроить. Пойдемте в кабинет ко мне, давайте-ка вместе пункты брачного контракта мы там обсудим. А когда же мужем стану? Легко найдем и средства всех отвадить, господ влюбленных. О том я позабочусь. Дон Бартоло, вы дайте денег, а я вам все устрою. Прелестно, только я все подслушал. Держись, почтенный доктор. Вот дуралей затеял жениться. Нет, кусочек ты не проглотишь этот. Пока они в засаде, поболтать мне надо бы с девицей. Ах, вот и она. Что сказать, вы мне хотели, Фигаро? Есть новая синьорита. Ах, в самом деле? Придется кушать вам конфекты. Что значит ваш намек? А это значит, что опекун ваш милый не хочет медлить и на завтра же решил на вас жениться. Неправда? Клянусь вам, правда. С ним музыки учитель заперся и свадебный контракт они там вместе пишут. Да? Ошиблись же глупцы. Ведь в этом деле я значу что-нибудь. Нет. Вот что я вас, Фигаро, хочу спросить. Я видела в окошко, вы разговор вели с сеньором. Ах, с моим кузеном. Он очень славный, малый, благороден и с головой. Свое образование закончить прибыл он сюда и поискать здесь счастья. Здесь счастья? Ах, он его найдет? О, нет, я сомневаюсь, и вам признаюсь, что есть порок в нем. Порок? И важный? Ах, важный, он до смерти влюбился. А в самом деле? Вот видите, меня он интересует немножко. Ах, вот как. Не ожидали? Никак. А та особа кто же? Где живет, далеко? О, нет, не очень, не двух шагов. Она красива. О, восхищение, я опишу ее в двух-трех словах. Красиво, грациозно, волос цвет темной губки, словно пурпур, глаза живые, ручки чудеса. А имя? Сказать вам имя. Ах, имя просто прелесть, ее зовут. Ну что ж, как имя? Та особа зовется Р-О-Ро. Зе и Зи, Ро, Зи, Эн и А, Но, Ро, Зи. Isn't it?
прощенье, мой Линдор несчастный тает от любви к вам, от любви к вам. Линдор мой тает, о, Плутовка, все уж знает. О, Плутовка, все уж знает, даже лучше, нежели я, и даже лучше, нежели я, даже лучше, нежели я. Подождите, очень скоро сам придет сюда он к вам. Подождите, очень скоро сам придет сюда он к вам. Объясниться очень рада, осторожно нам быть надо. Что ж он ждет, чего он ждет, от нетерпенья я умру, чего ж он ждет? Ждет, сеньоры, позволения, чтобы знак ему вы дали. Хоть две строчки написали, две хоть строчки бы написали, и он тотчас к вам придет, тотчас, тотчас, он к вам придет, да, тотчас, да, он тотчас к вам придет. Что ж, решайтесь. Нет, мне трудно. Почему же? Безрассудно. Две хоть строчки. Стыдно мне. Ах, стыдно вам. Но чего ж, чего ж? О, пишите поскорее! Фигаро, письмецо, а вот оно! Как уж готово! Ну, какой же я чудак, вздумал женщину учить! Этот случай жду давно, я дышит в груди вольней. Ой, хитрость и наука, как профессор, да-да. Счастье все мое земное для меня, любви моей, для меня, любви моей. О, по-женски, по-прекрасно. Нужно видеть мне Линдора. Он придет. Очень скоро, очень скоро он придет. Нужно быть нам осторожным. Очень скоро он придет. Желал бы я узнать и без утайки от вас, Розина, не Фигаро ли был сию минуту? Фигаро, а зачем, не знаю. А говорил он? Говорил. Ах, о чем же это? Ах, обо всем. О разных пустяках, о парижских модах, о том, что мать его хворает Марцелином. В самом деле, а я уверен, что принес он ответ на вашу записку. Ну, записку. Отчего вы мне скажите? Ваши пальчики в чернилах? Это пустое. Я обожглась немного и приложила чернил к больному пальцу. Черт возьми, а лист бумаги где шестой? Их пять тут только. Бумаги, бумаги, ах, помню. Я лист взяла, чтобы завернуть конфет для Марцелины. Пусть будет так. Ну, а пером, что это вы писали? Вот проклятый. Пером, 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 пером. Ох, для вышивки цветочек я рисовала. Рисовала.
Цветочек, 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 ах, вы лгунья, лжете, поверьте, стыдно вам, Галь. Сеньор! Я вам не верю. Я слышала, здесь в комнате сейчас был шум большой. Я полагаю, это доктор бронил питомицу свою. Ему покоя нет с девицей этой. Своенравна она. Там стучат. Сейчас иду. Ну что за место у меня? Помучение. Дрянь, а не место. Фу. Квартиру для постоя, эй, квартиру, эй, эй, квартиру, спят лентяи, эй! Это кто? Лицо какое? Вот так рожа, пьян совсем, эй, квартиру, негодяи, негодяи, служивы. А, ну вот. Чем могу вам услужить? Я мучтивый. Это вы ли? Вот подождите. Это вы ли, доктор Барольдо? Как Барольдо? Ах, нет, Бертольдо. Как Бертольда! Черту убирайтесь вы, убирайте к дьяволу! Доктор Бартолю! Ах, чудесно! Доктор Варварон! Прелестно! Доктор Варварон! Вот пьян-то! Вот прелестно! Это прочим, все едино! Тут взбесится просто. Что же медрит, как разина? Нам не должно, осторожно. Не выходит, все ко мне. Все устроит тишине. Так вы доктор, ну а тебе не рад я. Доктор, убедитесь. А приди же ты мне в объятья, друг, коллега. Отвяжитесь. Как? И я доктор обученный. Коновал я эскадронный. Лошадей лечу, ослов. И тебя лечить готов, если будешь нездоров. Вот мой билет! Так увижу ли ее я? От досады я от злоба прослов не готов. Буду счастлив или нет? Но не надо мне сердить, чтоб не делать пустяков. О, как бы я увидеть рад! Разина, дождался я! Кто вы? Что вам надо? Я Лильбор ваш! Великий Боже! Осторожно, надо выйти! Вы ведь для чего же? Уходите поскорей! На меня вы не кричите! Уходите живо-живо, исполняйте мой приказ! Эй, девица!
и я с вами. Ну, куда вы? Я в казармы. Он в казармы. Ведь это ясно. Он в казармы, он прекрасно. Друг мой. О, Боже! Чуд презренный. Так иду я. Нет, почтенец, квартиры для вас нет, квартиры для вас нет. Как-то, как-то. Я здесь постой. Стар, не верю. Гуляйте без Бога. Стар, не верю. Я от сеньора моментально дам билет. Если мне нельзя остаться, так возьмите. Ах, он все смотрит. Сразу трудно доискаться. Все смотрит. Но я все ж найду его. Тут делок все испортить, нужно тайна от него. Тут делок все испортить, нужно тайна от него. Нужно тайна от него. Как быть? Ах, вот он где. Доктор Бартолю свободен от постоя. Подпись, печать, все как следует. Бартоле, минуточку. Что? Убирайтесь к черту! Ваш билет не нужен мне. Сеньор, без с вами, что сеньор, без с вами? Вы осел, а спор со слами бесполезен совершенно. Я останусь здесь у вас. Я осел? Ну да. Конечно. Вот скорее ли будет худо, я вас молкаю отсюда. Сударь, выгоню сейчас. Вот скорее будет худо, будет худо. Я вас молкаю отсюда, сударь, выгоню сейчас. Ах, сражением, не объявлением. Что же, ведь сила войск равна. Но видали вы сражение, вы ж прекрасная война. Вот представьте, здесь преграда, вы враждебного отряда. Здесь войска, вот атака, платком закройте. Вот атака, смерть врагам нет пощады. Стойте, стойте. А чего? Замечаю. Ах, тут... Рецепт, я полагаю, или записка, и я вручаю, синьорина, это вам. Это низко. Подавайте мне записку, подавайте мне записку. Я не танцую. Подавайте, там хочу и прожить. Ай-ай! Опекун, вы в заблуждении. Уронила я случайно. Счет от прачки, вот вся тайна. Ах, обманщица, плутовка, лжете, ловко, где письмо сейчас подам. Десять простынь, восемь наволочек, одна пара дамских панта. Ну да, вот так штука. Что за ссора? Я сердился из-за вздора. Незнакомый. Братские счеты. Старый жут попал в денёта. Соль, его теперь смешно. Крик обиды, притеснение. Я несчастна, мучат целый день меня. О, бедняжечка Розина. Слушай ты, творение злое. Что, сеньор мой, что такое? Негодяй, ты вызвал слезы. А к чему, сеньор, угрозы? Я разделаю с тобой. Помогите! Я помогу вам! Это разговор!
Боже великий, около дома пропасть народа. Город сбежался, как на пожар. Люди толпятся, рвутся у входа. Там на подъезде просто базар. Сеньор, прошу вас, умерьте жар. Это разбойник! Это мошенник! Он душегубит! Старый бездельник! Я служивый, в долг почтения к домовладельцу и уважение. Забыли вовсе, но я, поверьте мне, не сумею, ваш крик как раз. Гнев свой умерьте, прошу я вас. Низкий плучага! Дерзкий бродяга! Доктор, уймитесь! Сеньор, не злитесь! Смерть негодяй! Право довольно, старый салам! Нет, я его разрублю пополам! А прекратите этот салам! Этот салам! Кто-то стучится там? Стучатся в дом. Кто там? Команда! Команда! Откройте дверь! Откройте дверь! Команда! Ах, черт возьми! Вы виноваты! Ворвался и давай скандализить. Да, сеньор, да, сеньор, и давай скандализить. Я пришел, сеньор, перевести в тишине. Да, сеньор, да, сеньор, перевести в тишине. Я пришел, сеньор, и махал в тишине. Да, сеньор, да, сеньор, и махал в тишине. Да, сеньор, да, сеньор, и махал в тишине. Поднял он свою сеньор, и махал в тишине. Да, сеньор, да, сеньор, отвести не хотел мне. Да, сеньор, да, сеньор, отвести не хотел мне. Да, сеньор, да, сеньор, да, сеньор, да, сеньор, это ставишь, квартира, это ставишь, квартира, это ставишь, квартира, отвести не хотел мне. Да, сеньор, да, сеньор, да, сеньор, да, сеньор. Довольно, я понял, под арест без возражений отправляйся под арест. Под арест мне, под арест мне. Мне нет, вот вам. Своим криком, стоп,
команду вызвал солдату. Кем уж окончилось совсем иным. Доктор наш Бартоля, словно как статуя, от изумления, от изумления, от изумления, вызвал своим. Криво окончил доктор наш Бартоля, вызвал своим криком своим. Ха-ха-ха-ха, от изумления скрылись моим. Ха-ха-ха-ха, от изумления скрылись моим. Радость вечна, вечна. Вам того же,
желаю, сам не лицо знакомое. Опекун недоумений. Не встречались мы где? В этом новом превращении. Прошу прямо слово свет. Я не узнал, нет сомнения. Кто бы это был такой? И он милостив со мной. Да, милостив со мной. Мир и радость дай вам, Боже. Тоска-то одно и то же. Мир и радость до могилы. Баста, баста, друг мой милый, баста, я ведь не глухой. Мир и радость, радость. Понял, 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 понял. Ну что за гадость? Мир и радость, радость сердечна. Только, пастор, жальтесь надо мной. Что за бедствие такое? В нем нет тени подозрений. Целый день имеет покой. О, когда без наблюдений. Что за бедствие такое? Да, Довольно! А я узнать желал бы, кто вы и что вам надо. Дон Алонзо, музыки учитель и ученик я, Дон Базилио. Что ж дальше? Дон Базилио, бедняжка, занемог, и я им послан. Как болен он, проведать надо. Погодите! Он ведь болен, не опасно. Мне подозрителен он что-то. Пойдемте, пойдемте. Но, сеньор мой... Ну что? Сказать хотел я. Погромче, сударь. Громче говорят вам. Ну так, как вы хотите. На вас проучит Дон Алонзо. Счастливый путь вам. Я же отправлюсь к Альма-Вива. Нет, нет, постойте. Что сказать вы хотели? Что граф... Ах, тише, прошу вас. Сегодня поселился в том доме, где я квартирую. Случайно мне попалось письмецо, как полагаю, воспитаннице вашей, адрес графа. Что вижу? Подчерк родины. Дон Базилио не знает о записке, и я за него пришел давать урок девице вашей. Услугу я хотел вам сделать и большую, и мне записка эта помогла бы. Как так? А вот как? Если б стал я говорить с девицей вашей, то хотел я рассказать ей, что записка любовницею графа отдана мне, а это означает, что граф в душе смеется над родиной. Вот почему и... Постойте, постойте! Да ведь это клевета. Прекрасно! Теперь я верю, что ученик в Дон Базилио, и я сумею вас, верьте мне, вознаградить за важную услугу. Иду позвать сюда Розину. Вы оказали мне расположение, и я во всем вам верю. Не сомневайтесь. Ой, не давите руку. Войдите, синьорина. Вот Дон Алонзо вместо Дон Базилио сегодня даст вам урок. Что случилось? Ногу, сударь, господин. Пройдет. Садитесь-ка, прелестная девица, со мною рядом, и мы займемся с вами. Мне Дон Базилио это
поручил. О, с радостью большою я вам спою. Час освобождения, есть ему здесь, на свете срок. Ах, придет ли? Брось сомнения. О, когда ж? О, недалек, о, недалек. Ah!
благодарю вас. Правда, голос славный, но в Атарии уж очень легкомысленно. Нет, Дон Алёнсо, прежде пели лучше, совсем иначе. Да вот хоть для примера, как пел Кафариэльо Ариетту, ну просто чудо. Послушайте, Дон Алёнсо, я вам спою. Джанина. А да, варит Джанина. А я пою Розина. Если сидишь порою, Розина, ты со мною, то сердце торжествует и мемоя танцует. А господин цирюльник, отлично! Ах, извините, шалость, сеньор мою! А зачем, скажите, вы сюда пришли? Ну вот, мило вас, поврите, явился ваш день сегодня. Нынче не хочу я. А завтра мне прийти не будет возможно. Ну, хорошо, согласен. Вот вам ключи, ступайте и прибор сюда принесите. Нет, сам пойду я. Если попалось в руки его ключей не связка, я все устрою. Как узнать вы мне, скажите, сеньорита, ключ от балкона в этой связке? Нетрудно, он самый новый. О, будет глупо здесь проклятого цирюльника оставить. А нет, сходите-ка вы сами, пройдете коридор и в шкаф упретесь. А в нем все, что вам нужно. Только там не ройте. Ах, зачем я стану? Попались, тотчас принесу все. Но дело будет в шляпе. Вот плут большой. Наверное, к графу он снес записку от Розины. Как полагаю я, он плут. Но меня он не обманет. Ах, вот беда моя. Что там такое? Да этот болван мне сердце предвещало. О, фигара ты гений, но вот одни мы. Скажите мне, друг милый, согласны ли быть моей, быть милой женой? Ответьте! Ах, Линдор мой милый, согласна всей душой! Итак... Все-все разбито. Тарелки, миски, блюда и все салфетки. Но важность небольшая, ведь в вашем коридоре будь проклят он. Низги не видно и голову сломать о стену можно. Все ставни в нем закрыты и даже и... Да. Оно довольно. Так, начнем хитрее. Начинайте. Унегодный? Вот не кстати. Как он здесь? Ваш слуга. Ваш покорнейший слуга. Кто за ветер вас занес? Вперед, страшней! Ну теперь вперед смелей! Я теперь вперед смелей! Дон Базилио, как живете? Живу как... Чего ж вы ждете с бородой своей без путы? Расставайтесь оскорбей! Бородой моей без путы расставайтесь оскорбей! Подождите, не волнуйтесь.
Ученик ваш, что такое? О, все устроил хорошо, я и сказал, ведь сказал. Да, 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 я все, все узнал. Но, Дон Бартоло, скажите... Доктор, надо бы с вами разменяться мне словами. Дон Базилио, извините, миг один я задержу. Миг один я, миг один я, миг один я задержу. Дон Базилио, никуда нам спровадит бы отсюда. Не тревожьтесь, это вздор. Но записки сеньорины он не знает до сих пор. Тут плетутся паутины, верно, снова заговор. Я боюсь, сеньор мой, чтобы не открыл секрет мой. Секрет мой, отослав его домой. Секрет мой, Дон Базилио, напрасно, да напрасно вы выходите больной. Я больной. О, вы ужасно, точно мертвый, побледнел. Но мертвый, неужели? О, пустое, черт возьми! О, да пустое для мужчины, да пустое для мужчины! Он начало скарлатины! Скарлатины! Лечиться мне мешало и в постели полежать. Марш в постель под одеяло. Проведите дня прилежа. Я советую вам тоже. Поскорее на кровать. Поскорее на кровать. Кошелек. Лежать в постели. Теле. Точно все тут угорели. Доложитесь поскорее, доложитесь поскорее. И заходите теплее. Не кричите, слышу все я, мне не надо повторять. Вот так рожа запредренная. У кого же? У вас, конечно. Так идти мне. Знайте, доброй ночи вам, сеньор мой. Доброй ночи, доброй ночи. Доброй ночи вам, сеньор мой. Отправляйтесь поскорей. Доброй ночи вам, сеньор мой. Доброй ночи, доброй ночи. Доброй ночи вам, сеньор мой. Отправляйтесь поскорей. Доброй ночи вам, сеньор мой. Доброй ночи, доброй ночи. Доброй ночи вам.
Дон Бартоло, что такое? Ну, минуточку, пожалуйста. Доброй ночи вам желаю. Ну что ж, побриться вы желали? Готов, готов. Прогнали. Брависсимо. Розина, Розина, вы слышите меня? Охотно, охотно буду слушать я. Ночи половина, явлюсь сюда я снова. За вами, дорогая, и увезу я вас, и увезу я вас, и увезу с собой я вас. Что приключилось? А что-то в глаз попало, я не знаю. Взгляните, умоляю. Идуньте, идуньте сильно раз. Я ваш вход пустил письмо, и это превращение. Так вот уроки пения. Ну-ну, браво, брависсимо, Дон Алёнсо, браво, браво. Дон Бартоло, мир и радость. Мир и радость. Ух, какая же вы гадость! Мерзавцы, злодеи, мерзавцы, злодеи, злодеи, ползливы, как змеи, ползливы, как змеи, и ваши затеи я понял едва. Вот тотчас отсюда, или будет вам худо, уйдите, покуда цела голова. Что с ним заявление, вдруг и диступление, мерзавцы, злодеи, мозгов воспаление, мозгов воспаление, мозгов воспаление, мерзавцы, злодеи. Ползивы, как змеи, ползивы, как змеи. О, доктор, придите в себя, замолчите. Вот тот все отсюда, или будет вам худо. Верните, поймите, для вас пользы нет. Вот тот все отсюда, или будет вам худо. Уйдите, попуды, взяла голова. Дом, чем, ты, дом, дом, чем, ты, чем. Для вас пользы нет, взяла голова, взяла голова. Верит старый, сам побежал, ревнует он свою красотку. Что за дом? С утра до вечера все то слышу. Угрозы, плач, слезы, брани, крики. И
часу нет покоя от старого и вечно злого скряги. Без него лишь дышу я здесь свободно. А девица льнет другому, молодому, дорогому, и выходит кутерьма. Да, выходит кутерьма. Да, выходит кутерьма. И выходит кутерьма. И выходит кутерьма. И выходит кутерьма. И выходит кутерьма. Любовь, что в этом чувстве сводит всех она с ума. Что любовь, что в этом чувстве сводит всех она с ума. Точно страшная зараза или мания какая, любовь сердце заражает и умы мутит людские. Ах, к несчастью сама. Ах, к несчастью сама. Ах, к несчастью сама. Я безнадежно влюблена. Я безнадежно влюблена. Я безнадежно влюблена. Ах, под старость к нам приходит бесполезное мечтанье. Безнадежное желание расступает сердце жар. Или добровольно, разина покорится мне. А постой-ка, прекрасная идея. Эта записка разины Кальмавива, несомненно, поможет мне. Теперь все дело в шляпе. А мошенник Дон Алонзо сам невольно дал оружие мне в руки. Эй, разина, разина, на два слова прошу вас. Могу я новостью вам сказать о вашем милом? Мне жаль вас, бедняжку, клянусь душой. Выбор ваш был весьма-весьма неудачен. Вздыхатель ваш смеялся над вашим чувством с любовницей своей и дал вот это письмо. О небо, моя записка! Дон Алёнце и цирульник расставили вам сети, вы им не верьте. Они обманули вас, чтоб бросить в объятия Альмавивы. В объятия графа, что я слышу? Ах, Линдор мой, изменник низкой, но я отмщу вам, пусть знают, что так шутить нельзя с Розиной. Сеньор, скажите, ведь на мне жениться вы хотели? Да, конечно. Так я согласна, я буду рада, но чтоб сейчас же. Узнайте, ровно в полночь обманщик этот гадкий и Фигаро придут. От вас бежать и обвенчаться я хотела. Ах, кровопийцы, я запру все двери. Что дверь, сеньор, можно войти с балкона. Ключ взял цирульник. Я буду вас охранять, но вдруг у них оружие будет. Дочь моя,
так как вам теперь прекрасно все известно, мы так решим. Вы запретесь в комнате своей, а я пойду за стражей. Скажу, что это воры. Мы их накроем, честью клянусь вам. Ну, а потом посмотрим. Дочь моя, вы запирайтесь, а я же слетаю. Боже, всему конец, как я несчастна. Влезли, наконец. Фигаро, дай мне руку. Что за погода, черт знает, что такое? Погода для влюбленных. Ну, открой фонарик свой. Где же моя Рузина? Сейчас увидим, вот и она. О, друг мой милый! О, прочь, бесчеловечный изверг! Безумно я была, поверив вам, теперь явилась исправить я ошибку и вам сказать, что навсегда мою любовь вы потеряли, что поняла я всю низость вашу. Я в изумлении! В чем дело, не пойму я! Но я молю... Молчите! Вы притворялись влюбленным, чтоб предать мне злодейский графу Альмавива! Вас графу? Так вот причина, как счастлив я! Граф Альмавива, а не Линдор я. Ах, я рада всей душою.
еле-еле от восторга обомлели. Я помог в этом деле, о, талант есть у меня. Я в восторге, я в восторге восхищений. Чудное любви мгновенье и блаженство и волненье. Грудь теперь полна. Дышит еле-еле от восторга, от восторга, от восторга обомлели. Я помог им, я помог в этом деле, я помог в этом деле, о, талант есть у меня, есть у меня. О, сеньор! Зачем, ах, зачем еще сомнение? Смею сделать предложение вам моею быть женой. Предложение? Да. Быть женою? О, как рада, рада я! Вы согласны? Ах, всей душою, да, всей душою. Лиса, Лиса, мои желания больше нет нам, нет нам расставания. Позбылися, Лиса, мои желания больше нет нам, нет нам. Нет нам. Расставания. После долгих мук страданий. После долгих мук и страданий. Дождались мы счастья дня, счастья дня. Проклятье за дверями, проклятье за дверями. Люди ходят с фонарями, люди ходят с фонарями. Это двое, это двое, это двое у дверей. Их ты видишь? Да, сеньор. Только двое до сих пор. С фонарями. С фонарями я как видел двух людей. Как промыть похитрей? Тихо-тихо, сколь возможно, но теперь смелей быть должно. Мы смоконно, осторожно, тихо на землю сойдем. Да-да, теперь дорога, время тоже нам немного. Тишину храня мы строго, тихо на землю сойдем. С вами я идти согласна, не сойду, хотя опасно. Не сойду, хотя опасно, этим страшным не путем. Тишину храня мы строго, тихо с лестницей сойдем. Тише, тише, тишину храня мы сложно, тихо лестнице сойдем. Тише,
Ах, вот беда какая, как быть теперь? Что приключилось? Да лестница, ну что ж, исчезла, нет ее. Неужели? Кто б мог ее похитить? Затруднение опять. Ах, вот несчастье. Тише там, я слышу, идет уж кто-то. Как, сеньорна, быть теперь? Смелей, друг милый, Розина. Вот и они. Дон Бартоло, Дон Бартоло. Дон Базилио. А другой кто? Нотариус знакомый, вот и отлично. Теперь я слажу все. Сеньор нотариус сегодня к вечеру просил вас покорно свадебный контракт составить племяннице моей и графа Альмавива. Позвольте вам представить их. С собой контракты захватили, ох, прекрасно все. Позвольте, Дон Бартоло, где же она? Эй, Дон Базилио. Этот перстень будет вашим. Но я ведь для вас же есть две пули в вот этом пистолете. Так, выбирайте. О, нет, предпочитаю перстень. Что же нужно? Вот у меня свидетели есть двое: Фигаро и Дон Базилио. А вот жена моя! Виват! О, как я счастлив! Ох, как теперь довольна, как рада я! Виват! Никто не с места, вот-вот они! Рад видеть вас, сеньор! Сеньор, это воры! Арестуйте, арестуйте! Скажите ваше имя! Мое имя Забус. Я честным человеком. Сеньор, аж это мне жена! Ступайте к дьяволу! Родзина обещала быть женой моею, ведь не правда ли? Вам женою даже в мыслях не имела! Как так? Вы изменили! Арестуйте, клянусь вам, это воры! Как раз зарежу! А душегубцы и плуты! Сеньор! Уйдите! Кто вы? Я повторяю, уйдите! Но мой сеньор, умерьте тон ваш! Кто вы? Кто я? Граф Альмавива пред вами. Выходит, я же одурачен. Да, выходит, будто так. А ты негодный. Ты изменил мне, свидетелем был брачным. Ох, Дон Бартоло почтенный, вам скажу я, у графа есть в кармане такие аргументы, что спорить невозможно. Я же старый простофиля, что было им удобнее условия брака подписать. Взял балкон от лестницы. Лестницу от балкона. Вот что творит напрасная предосторожность. Конец. Стрела в волнение, и свадьба заключение, понадобь похождение, души тебя понадобь.